Так, сейчас буду собирать сено. Взяла вилы и буду собирать для Марты и Борьки. Оно немножко, видите, подвяло. И теперь можно пока будет папа заводить Рушан. О, Руш идет. Заводить они пока будут Борьку с Мартой. Я сейчас накидаю быстро в кормушку. Ну чё, рыбак? Идёт. Поймал сотни комаров? А рыба где? А рыба где? Это все, что есть? Да. Вообще, побежала руки мыть. Руш, иди это, заводи Марту. Папа пошел Борьку заводить. Так, я воды приготовлю. Давай. Марту легче завести, думаю. Вот это. Ему пить в ведре, да? Да. Айда, Боря, домой, вон тебе что значит. Не хочешь. Иди, я тебе там травки принесла. Я думаю, да. Ну, думаю, попроще будет, но немножко это поопытней. Он там, знаешь, как меня таскал? Вот смотри, видишь? Это его отпечаток. Кошмар. А что она делает, Рушан? Это трога. Это чтобы от меня не писать. Ну пусть лучше так. Ой. Сейчас завалится. Господи, пилотик в шоке. Не, я первый раз просто такое вижу. У нас просто странная какая-то корова. Жаль, папа куда-то ушел, не видит это. Все, землю брать не надо. О, ужас. Куда побежал? Пилотик? Пилотик! Рванул за Лерой. Несется. Иди сюда. Чё смотришь? Хулиган, а? Убежал за Лерой. Пойдем, пилот. Лиза.
Такой смешной бежал, маленький, черненький. Идем, Паш, пойдем. У нас уже вечер. Давай, заходи. А что у тебя чешется? Давай. Видишь, какой? Сегодня Рушан штукатурил вот здесь. Ну, здесь стоит, мешает прицеп. Вот здесь это штукатурило, здесь по низу и вот так вот все штукатурил. Что там? Эта утка вечно гуляет сама по себе. Вот такая утка. Это рыбокостная мука. Это им полезно. Используй на рыбалку. Нет, ты сказала, я переоденусь в чистые вещи и пойду кататься. Я говорю, не надо, езжай вот в этих вещах, в которых ты здесь ходишь. Какой кошмар. Пойду переоденусь и пойду гулять. Хлебушек на подходе. Вот он. Свеженький, еще горяченький. А рыба стояла вот здесь. А я стою здесь, такая мою посуду. Одна тишина, задумалась. А она как давай плясать, выпрыгивать с тарелки. Ой, было, конечно, неприятно. Я испугалась, не поняла сперва, что к чему происходит. Забыла про рыбу. Так что здесь у нас... Сахар тает, нет? Ну? Что ты не таешь-то? Сейчас просто уже буду варить варенье. Ну, я уже постояла весь день. Постояла. И здесь абрикосовое. Вот знаете, как пахнет, особенно сливка. Как пахнет. Так что сейчас пойду я жарить, пока у меня здесь стерилизуются баночки и кипятятся крышки. Такие баночки хорошенькие, кстати, вот вообще для двоих само то. Вот прям больше и не надо. Открыли, поели, тут на два раза, мне кажется. И все, и не будет стоять и залеживаться это варенье. Месяцами. Тем более, есть кто любит прям варенье, может слопать за один раз там с чаем такую баночку, да, такую порцию. Мы нет. Мы не очень едим варенье, и поэтому нам предостаточно будет. Так что сейчас я простерилизую баночки на всякий случай. Все, у меня здесь, кстати, кондиционер. Вот он. Я включила кондиционер, работает. Сейчас покажу. Вот он пульт. Работает, охлаждает. Ну, понимаете, он тянет, вот так, смотрите, здесь вот так вот тянет, вот так вот проходит. Ну, и вот примерно до окна. А вот здесь стена, да, вот в этом вот закуточке, именно где плита, здесь все равно душно. Здесь все равно очень душно. Так что вот так вот пока. Все, пойду я рыбку жарить, пока стерилизуются баночки. Ну... Масло же не взяла. Я говорю, масло. Держи, рыбка.
Ого! Ты что с ним делал? Этим вот чистил, как его там? Болгаркой. Я слышала, как он жужжал тут. Ты что, видишь свет или нет? Да, хорошо. Ай, хорошо. Ого! Вот это да. Так, а куда масло-то может поставить? Все, там уже. Или еще раз? А там уже все, она, мне кажется, сейчас проверим. Видишь, она, сколько мы болтали пока по телефону, она уже здесь. Мамочка. Ой, блин, извини, она только недавно это. Барахлов, да? Да, жалко. Потом можно будет это уху сварить. Да, поймаем. Так щука только в августе. Нет, ну и сейчас остальная щука. Дядь Коля сказал, что если я в рот попаду щуки, то можно и поймать. Она в зону издевать будет, а я вот в момент ей близким попаду и все. Нет, мне кажется, что она поймает. Карасики, вот мы первые такие побольше видели. Да можно, что она поймает. Что, не прошло и 10 лет? Вот тапок, тапком его пугаешь, он потом да, будет... Не надо, он... Да, мы с ним играем, мы с ним... А он, тапок для собаки, для это собаки же не игра. Это... Игра это, допустим, игрушки его. Да, это моя рука. Пальцы. Носок ему можешь снять, дать носок. Вкусно? Да, посмотри, играет. Вот зверечка маленькая. Вилку возьму, да, вот большую? Ага. Диана, я не. Злодей. О, деревянную вот эту вот штучку. Угу. Диана, можно злодей? Так. Ждем, когда закипит. Получается, 8 баночек получилось сливы. Вот она, слива. И 7 баночек получилось. Все я путаю. Абрикос, урюк, абрикосом. Единственный минус, что он вот так вот плохо стоит. Видите, шатается. Но это на одеяле, да. А так нормально. Нет, я в плане, что где-то урюк называют, где-то абрикос, нет, везде все по-разному. Да? Ну вот я говорю, абрикос, везде все по-разному. Ну все, укутаем, пусть стоит. Греется. Буду готовить котлеты. Здесь получается 50 на 50. Говядина и свинина, фарш. Все, сейчас буду вымешивать и отбивать его. Так, котлеты есть. И фрикадельки есть. Только я не знаю, как их поставить. Типа. Как бы их поставить? Все занято, все забито. Так, сейчас буду разбираться. Ну все, еле как уместила. Все, у нас уже, так, это полотенчик уже в стирку. Все, спать. Всем спать, да? Я с ним подружилась. Наконец-то, ура.